привыкли, что то, что мы имеем, ничего не стоит. А оно стоит. Стоит здоровья людей, живых денег, труда наших предков там и так далее. И мы до конца не осознаем не только ту ценность Минска как такового, как целостного ансамбля, но и ценность образа жизни, который мы привыкли вести в этом городе. И тех, кто на этот образ жизни, на этот комплекс посекает. Одно взрослое дерево за сутки вырабатывает кислорода столько, что хватает на трех человек. Соответственно, им же на один. Вся эта пыль осаждается вниз на деревья. И лиственные породы, гектары лиственных пород за год осаждают 100 тысяч тонн пыли. Хвойные немножко меньше. В принципе, озеленение города – это экологическая среда, это здоровье людей, которые здесь живут, здоровье детей. Это очень важно, и для меня это какой-то такой, ну как, 2×2=4. Вот я сейчас говорю и думаю, неужели кто-нибудь это не понимает, или кто-нибудь этого не знает. И когда мы сталкиваемся с тем, что вот последовательно в последнее время эти деревья вырубают старые деревья и сажают какие-то вот эти хвостики, да, которые на самом деле очень часто не приживаются, и совершенно непонятна вот эта вот логика того, что происходит. Условно говоря, то есть пилить дерево стоит денег, да, и люди таким образом зарабатывают какое-то количество себе денег. А на место этого нужно посадить новое дерево, это тоже стоит каких-то денег. Вот этот круговорот деревьев в городе просто приносит доход, перестрою. Подписей сегодня, на сегодняшний день в защиту парка собрано уже более 3500. То есть я могу сказать, что когда в Санкт-Петербурге был похожий проект, китайцы хотели построить Чайна-таун на берегу Финского залива, то собрали 10 тысяч подписей. То есть как бы 10 тысяч и 3500, учитывая населенность одного города и другого, это цифры примерно сопоставимые. То есть какие-то меры, если не все, да, то почти все меры, которые общественность могла предпринять для спасения парка, предприняты были. Вплоть до того, что местные жители выходили и мешали рабочим зеленстроя совершать эту рубку. Рубка была остановлена на 1.5 месяца, скажем так. То есть это тоже большой срок. Но результат тот, который мы видим, то, что планировали вырубить, то вырубили. В Санкт-Петербурге тем, что там ни шога не побудовали, потому что китайцы утратили интерес к этому месту и к этому проекту. И так происходит всегда. Заявление инвестора – это одно, а реальные действия – это совершенно другое. И если бы под каждое соглашение, которое подписывается с инвестором, вырубали парк или сносили здание, то Европа уже представляла бы из себя просто зачищенный плацдарм, да, потому что для инвесторов это очень характерно, приходить куда-то, тыкать пальцем и говорить, здесь будет город сам. Здесь и законы нарушаются, и никакое мнение жителей не принимается, не учитывается. И, в общем, конечно, как экологов, как общественные организации, скорее волнует вопрос, каким образом остановить этот варварский процесс и вообще, может ли сила искусства как-то на это подействовать? Пад же не приносит деньги. А офис построишь, вот уже пошла арендная плата, уже какие-то денежки, пожалуйста, на эти денежки сдавай и едь, отдыхай на Канарские острова, хоть весь город вообще. То есть концепция совершенно четкая и очевидная. Тезис у вас почему? А тезис такой, что парки – это пережитки коллективной собственности. И в данном случае, если речь идет о коммунальной собственности, кто является собственником? Горожане. Горожане. То есть каждый из здесь присутствующих, да, является миноритетным, да, акционером, конечно, этой собственности. А кто-то мажоритарный. А кто-то... Вот в этом-то вся проблема. Стоп. Кто-то... Да, от имени всех акционеров решил, что он может продать инвестору эту территорию, но не спросил. 2 миллиона... Я местная житель, защитница парка. Я родилась в этом месте и всю жизнь прожила в этом месте, около парка. У меня, когда я смотрю этот фильм, у меня слезы текли, и на рубленые пеньки я смотрела только с точки зрения, как задали композицию, потому что, видя и помню, что это деревья, ну, смотреть на это невозможно, когда ты видел
как это все росло и как это рушится на глазах. Я говорю про китайское посольство. По-моему, никак не было. Они на пресс-конференции только сказали. Они на пресс-конференции сказали, что это не их дело общаться с жителями. Вопрос такой. Вместо красного костела, да, можно, если его снести, можно построить очень большой, очень выгодный стране, да, инвестиционный проект. Это может быть какая-то крупная гостиница, бизнес-центр, который принесет, спасет всю страну. Будем ли мы это делать? Что мы можем зарабить, кроме мастацкой акции, которая может, правда, закончиться хулиганством, да? Мы повинны зарабить петицию, написать паперу, и все ожидающие, кому не обряковый лёс нашего города, наших парков, про что тут тлумачилось, подпишут эту петицию, кто является патриотом своего города и любит этот город. Да, подписи надо собирать, но вы знаете, как к ним относятся, да? Давайте искать работающий механизм. Значит, зачем нам изобретать философию? У нас есть законодательство, у нас есть архитектурное законодательство, есть природоохранное законодательство, есть законодательство об обращении граждан, есть прокуратура, которая обязана контролировать исполнение этого законодательства. Власти не понимают ценности парка. Да? Не понимают, потому что люди, горстка пенсионеров, горстка экологов для них не народ. Это всего лишь горстка, да? Нету многотысячных демонстраций, нету стотысячных петиций. А почему нету многотысячных демонстраций и стотысячных петиций? Можно я тогда предложу гипотезу на это еще, да? Что и люди не понимают ценности этого парка. Поэтому не защищают. То, что не ценно, никто не защищает. Попробуйте объяснить людям, что это ценно. И вот то, что мы можем, каждый может сделать, да, разносить информацию соседям, кто может в прессу написать, в прессу написать. Если каждый не будет чувствовать, что это дерево, оно мое дерево, мы ничего не сорвем. Экологи будут продолжать борьбу. Художники, насколько я понимаю, тоже будут продолжать борьбу. В галерее О, письмо, его можно подписать. У Артура Клинова, раз он заявил, он назвал себя груздем, то я думаю, это все-таки полезет в кузов, то есть будет дальше заниматься своей концепцией сохранения города солнца. То есть и к этой концепции, вероятно, можно присоединиться. Ну и мы будем подавать иски в суды. То есть экологи будут продолжать судиться за восстановление законности, а нарушение законности в отношении парка 40-летия октября есть. И, в принципе, было бы очень неплохо, если бы какая-то коммуникация вот после этой дискуссии продолжилась.